Куда мы идем? Не твое дело. Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фердевис Плей. У меня произошел небольшой конфуз со звуком. Звук не записался. Поэтому приятного просмотра кино. Игра под названием The Dark Pictures Man of the Maiden. В предыдущем мы добрались до корабля, зашли в него уже, начали шариться, получать скримеры и все различные моменты. Приятного просмотра! Скажи, куда мы, блин, идем? Не трогай! Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Стой! Ладно, хватит! Выходите! Черт! Гребаный корабль проклят! Смотри. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Не делай этого, прошу. Парень сейчас здесь, с нами. Умер на корабле, там и остаешься. Да ну.
Бред какой ты несешь. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Олсен! Мер! Qu'est-ce que tu fais? Что это? C'est quoi ce bordel? Что за хрень? Прости, прости. Так, слушай, как ты прошел мимо него? Как ты вообще сюда попал? Я пытался тебя догнать, спасти и все такое. Но потом услышал какую-то хрень и спрятался. Я просто хочу выбраться на свежий воздух. Не к добру все это. Что это? Ничего не понимаю. Эй, замолчи.
Господи, что здесь произошло? Супер. Все эти коридоры просто одинаковые. Эй! Флис, эй! Ты где была? Ты точно уверен? Вниз и топай дальше. Шевелись, давай. О, черт. Происходит. Эй, а ты уверена? Как? Что?
Нет, нет! Алекс! Нет! Брэд! Что? Помоги! Здесь. Убирайтесь! Нет, я ничего не слышу. Ничего не слышу. Скелеты? Где ваша кожа? Куда она делась? Вас не должно здесь быть. И я не должен вас видеть. Похоже, какие-то разборки. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Ah!
Что тут происходит? Господи, что это? Здесь что-то не так. Что тут происходит?
Давай, Флис, соберись. Слишком странно. Thank you.
Спасибо. Чуть не утонула. Надо уходить. Он все еще здесь, этот тип. Черт! Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Алекс! Джулия! Надо найти всех. Что-то... Кто-то надо мной издевается. Дюк? Но нет. Этого просто не может быть.
они издеваются. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю, кто. Но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Не слишком-то он следовал собственным запретам. Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Так, ладно. И как мне открыть эту сраную дверь? Thank you.
душа моя. Ты что, меня больше не любишь? Нам нужно укрыться! Здесь безопасно? Думаю, да, здесь мы будем в порядке. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Погибли уже двое, а ведь все шло так хорошо. Скажите, кто-нибудь видел Флис? А как же Конрад? Ему, точнее вам, следовало быть осторожней. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всех с наступающим Новым годом и удачи и успехов вам.